защитников. Скоула. Первый шаг. Передача на Калюжного. И бросок в ближний угол. 1-0. Очень быстро «Авангард» реализует численное преимущество, открывая счет в сегодняшнем матче. Классная передача. Уравняли составы. Ух, как опасно! И 2-0. Первым оказывается на добивании Ник Энджел. И защитник «Авангарда». Кстати, вот только я сказал про то, что защитники омского «Авангарда» ни одного балла не набрали. Сначала Роман Черенко. Рябыкина, но Дмитрий Рябыкин сегодня уже не появится. Брендов направо передача. Обратный пас, бросок и шайба в ворота. 1-2. Реализовано большинство. Сократили разрыв в счете. Хозяева сегодняшней встречи. Первый матч плей-офф Павла Брендла. Борьба у синей линии зоны нефтехимика. Смена и у тех, и у других. Пестушка. Ух, какая потеря, а! И шайба в воротах, но вы посмотрите, а! И Иван Касутин, похоже, не был готов к такому развитию ситуации. Алексей Бондарев. Вот Максим Пестушка. Да нет, не Бондарев. Александр Попов. Симаков. Передача. И выход 1-0. Две минуты будет железно. А вот здесь, возможно, да. Да. В данном случае, конечно, убегал игрок нижнекамцев. И существенно он опережал оппонента. Тот его зацепил. Опять возвращаясь в кучу в первом периоде. Там все-таки плотная такая была борьба. И вновь вырешил в матче. И не смог Либор Пивка переиграть. Не смог попасть в ворота. И переиграл ведь Кари Рама. Точности не хватило. Ну, что? Почти все? Да,